Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале свежих обзоров на все, что в игре происходит. Хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на канал прямо сейчас, а еще подписывайтесь на второй канал, ссылочку на который найдете в описании. Итак, в этом видео, друзья мои, мы с вами покрутим объект Три топора. Ну как, не его крутить будем, а рулетку на него. Здесь, ребят, все отчасти хорошо, а отчасти плохо. Почему вам хорошо? Потому что если уложитесь до 14 прокрута, то за танк со всякого рода дополнительными ништячками заплатите 20 100. Но это я округлил, 20 090, если быть точным. Здесь есть легендарный внешний вид, есть сама машина, поэтому на последние два прокрута, скорее всего, припадутся самые жирные награды. И если прокрутите 15 раз рулетку, то уже 25 590. И в целом для этой машины, даже в составе набора, который вам приложится из этой рулетки, все-таки становится уже дороговато. Ну а 16 прокрутов обойдутся в целых 29 340, что я лично считаю неоправданно большой ценой на данную машину. Есть 6 контейнеров, собери их все. Есть 6 контейнеров мистических. Причем меня радует то, что сразу по несколько штук выпадает, в частности по 3 контейнера за раз. И здесь есть еще 2 скромных контейнера, черный ящик, по одной штучке выпадать будет. В отношении шансов выпадения танка, ну, все находится где-то немного выше волосины от уровня плинтуса, 0,04. Мистические контейнеры 0,68, что говорит о том, что, скорее всего, вы их получите где-то к концу рулеточки. Анимированный аватар, спасибо вам большое. И вот здесь вот шансы, видите, на каму. Они равны, в принципе, шансу выпадения самого танка. Именно поэтому я говорю, что рассчитывайте получить главные награды в виде внешнего вида и самого танчика на последних прокрутах. Я крутить рулетку буду у себя на твинковом аккаунте. У меня есть в запасе 5000 с копейками, и именно их я готов потратить ради вас на эту рулетку. На основном аккаунте данный танк у меня есть, и в целом он производит на меня позитивное впечатление. Да, я не могу сказать, что я на нем катаю постоянно. Но я довольно часто к нему обращаюсь, когда мне необходимо выполнить какие-то боевые задачи, связанные с нацией, либо типом техники. Ну, либо для того, чтобы просто развеяться и поездить на чем-нибудь новеньком. На втором прокруте получаем черный ящик. Что из него? Но насыпь голды мне! 200 золотом. Ну, нормально. Нормально, уже практически окупил 2 прокрута. И со второго ящика еще 600. Слушайте, выхожу в плюс. Может плюнуть, да и не крутить больше рулетку. Я ушел в плюс на 700 золота. По-моему, неплохо. Ладно, шучу. Поехали, крутим дальше. Ну, удиви меня. Не удивляешь абсолютно. Не умеет эта рулетка удивлять. Хотя черными ящиками, честно говоря, удивило. Я был уверен в том, что серебро сначала пойдет, но оно пошло немножечко позже, хотя все равно вам это серебро забрать придется, и 300 тысяч вы гарантом получите. Хотя мне кажется, что гораздо проще это серебро на фарме. Забираем. 695. Ну, так вот сразу ценник поднимается в гору. Дай мистики, что ли, ради интереса. Нет, говорит, на тебе и... иксы и успокойся. 905, практически косарь. Ну и скорее всего сейчас будет либо анимированный аватар, либо свободка. Так, 10 тысяч свободного опыта дорого мне обходится. 1150, и скорее всего мне хватит золота только на один прокрут еще. И тачку я навряд ли заберу. Но это тоже показатель. Это тоже показатель, и вы можете видеть в реале, как это все происходит. 1440. Последний прокрут, и я сомневаюсь в том, что сейчас что-то получится у меня с этого всего. Да, забираю себе проводник душ. Какая досада. Теперь давайте будем смотреть на шансы. Шанс выпадения танка 1,54. Ну, короче говоря, сами понимаете, на что идет намек. Ну, а в отношении количества прокрутов, которые я совершил, как видите, из 16 прокрутов я сделал 9. То есть, грубо говоря, прошел более половины рулетки, но при этом всем танчика я не получил. Ну, а контейнеры, к сожалению, не принесли ничего, а вот эти два контейнера вообще даже не выпали. В общем, хорошенько подумайте перед тем, как крутить данную рулетку. Сам танк довольно неплохой, а вот шансы его забрать из рулетки очень низкие. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам искренне желаю мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.